Добрый вечер. Спасибо всем, кто пришел сегодня. Вы повезло. Вы услышите очень интересную программу, которую я сделал с своим ансамблем и двумя замечательными певицами. Алиной Ростоцкой и Анастасией Глазковой. Они тут в разных отделениях. Состав на сцене будет немножко изменяться постепенно. Программа, две программы. Первое отделение будет с Алиной Глазковой. Это песни, там шутят вот из гримерки. Прекратите шутить, пожалуйста. Вот. Программа будет состоять из песен на ладино, песен евреев-сефардов. Там не только песни будет, но инструментальная музыка в том числе, помимо песен. Второе отделение – это будет программа музыки берлинского кабаре 20-х годов. В основном это музыка композитора такого Миши Шполянского. Тоже еврейский композитор. То есть у нас такой вечер еврейской музыки, извините. Случайно получилось. Вот. Приятного всем прослушивания. Я еще перед вторым отделением я подробно что-то расскажу про то, что будет потом. А сейчас отделение сефардской музыки, а начнем мы с моей собственной композиции под названием «Песень». Приглашаю на сцену музыканты, они пошутили, и вот уже как-то силы не косякают, быть они не могут. Это Мария Лаграфет, Марина Лаграфет. Кирилл Паренчук, Илья Зырянов.
Thank you.
Можно чуть прибавить шансон? Песня называлась «La Rosa en Florece». Это такая очень страстная была тема о том, что как роза темнеет, когда она цветет и наполняется силами, так и моя душа темнеет от любви к тебе и, в общем, ну, вы понимаете. А следующая песня будет примерно о том же, только немножко с другого ракурса, так скажем. Называется она «Me siento alegre». Me siento alegre y muy contento. No pienso más en el amor y el amor que a ti es muy potente. Me Es muy potente,
Следующая композиция будет инструментальная, на самом деле это песня в оригинале про баню. Невеста идет в баню перед свадьбой. Это вообще сефардский такой вот традиционной сефардской светской музыки наиболее распространенная тема. Все про свадьбу в основном, потому что как главное событие в жизни сефарда это свадьба. Продолжалось 8 дней. Была окутана кучей ритуалов всяких и прочего, и все время сопровождалась песнями на все темы, там подготовка еды, подготовка невесты, встреча туда-сюда. В общем, это очень такое главное, единственное событие в жизни сефардской женщины, как правило, было. Традиционный, за что? А, нет, это традиционные ценности, Маша, это не сексизм, это наоборот. За это сейчас уже не судят. Thank you.
Пьеса, которую мы сыграем, называется «Море Ника». Пожалуй, сефардских песен, это, наверное, самая известная, благодаря замечательному джазовому музыканту Авишаю Коэну. Она получила такое широкое распространение. Ее играют в разных аранжировках, но в такой, как сегодня, никто не играет. Это Григорий. Пьесу можно было перевести как «Смуглянка». Очень красивая девушка со смуглой кожей, которая живет на берегу моря. Ее всегда моряки зовут с собой в плавание, а она говорит «нет».
Семьи, чтобы Господь послал хорошую невесту в семью, чтобы она была и красива, и внутренне, и внешне, и богата. В общем, чтобы все было при ней. Данус аллилуйя. I'm not afraid.
Следующая композиция называется «Ижемия». Это тоже песня. Мы будем смотреть инструментально. А там, на самом деле, не удивляйтесь тому, какой она будет, потому что там очень веселый текст. Веселый. Там выдают... Мама выдает дочку замуж, предлагает ей разных женихов. Что, Маша? Да. Предлагает ей разных женихов. Высокого, красивого, умного, стройного. Нет, там не так много куплетов. Ну, не важно. И всех как-то отвергает дочь. Ну, последним она предлагает пьяницу. То есть рад соглашается. Да. Я хочу пьяницу, чтобы я же не был пьяницей. Этому посвящается песня. Такая суровая сефардская жизнь. Thank you.
Сарказма и юмора. И в этой истории есть очень печальная вещь, потому что многие из музыкантов, артистов и композиторов Кабаре были, как ни странно, евреями, и многие из них, в общем, большинство из них в итоге погибли. То есть это как-то присутствует некая такая печальная аура этой музыки, но на музыке это незаметно. Кстати, оба композитора, и Шполянский, и Хайлендер выжили, они уехали, оба эмигрировали, успели, один в Штаты, Хайлендер в Штаты, а Шполянский в Англию. Шполянский стал очень известным композитором для кино. Несколько композиций будет из кинофильмов. И петь будет для нас Анастасия Глазкова, она появится чуть позже. А состав немножко изменился. То есть здесь остался я, Григорий Снедомерский, Мария Лугафет, скрипка, Анатолий Осипов, саксофон, с нами Илья Белков, тромбон, Иван Авалянин, барабаны и Стас Юрьевич, куба.
glass windows. Grandma's a lying thief. We're perfectly shameless, but we are blameless. After all, it's our belief. Nowadays, the world is rotten. Honesty must be forgotten. Fall in love, but after kissing, check your purse to see what's missing. Everyone swindles some. My sons, the march of songs, the push. Thank you.
Ich bin ein sehr bescheidener Mann, wer das von sich behaupten kann. Ich weiß, es wird auf einmal sein, dass es sich nicht berumstehen muss. Ich bilde mir ganz einfach ein, ich bin mein Mensch zum guten Schluss. Ich weiß, dass ich nicht so. Thank you.
Geschtei in der Liste drin. Ich weiß auch ganz genau Bescheid. Mit Energy und List gewalt. Steh ich jetzt in der Dringlichkeit und kriege eine Wohnung. Ich weiß, das ist nicht so. Остается на моей совести. Композиция инструментальная под названием «Морфеум». Thank you.
Johnny, then.
was trash, like the war my constitution, also Hitler's first mustache. I am a man, a woman of peace. I bite my men a second try, and then I'm big, even a pie. Перед которой я хочу представить музыкантов. Это Анастасия Глазкова, Мария Логопед, Анатолий Осипов, Илья Верков, Иван Ильяни, Стас Черемушка, Георгий Борисович Маленький. Если я сам
кручат ураганы. Боже, помоги, я отдам Ивана синие сапоги. Если бы разрешили мне взамен под фонарем есть ли что банальнее смерти на войне и сентиментальней встречи при луне? Есть ли что крупней твоих колен, колен твоих и любви? Моя Лили, Марлен. Его Лили, Марлен. Моего закрепа, я был так, на следующий раз вы сможете услышать нас на Jazz Cafe SC, если я не ошибаюсь, 21 октября. Сейчас все.